Дорогие друзья, я пришел сюда с желанием что-то вам рассказать. Вы пришли с желанием что-то тут услышать. Значит, наиболее систематически то, что я хотел рассказать, изложено в этой замечательной книге, которую с невиданной оперативностью организаторы конференции из года в год публикуют. Поэтому я сейчас должен какие-то эмоциональные вещи до вас довести. Два-три пункта. Значит, речь идет о курсе «Азы программирования» для будущих учителей и студентов естественных факультетов. Позвонили Александр Георгиевич Леонов, мой напарник, и Эмилия Вячеславовна Райко. Год проработали в МПГУ, это то, что раньше называлось имени Ленина, теперь это имени Семенова Алексея Львовича. И там они преподавали для факультета начального обучения. И четвертый курс, кто у вас там был? Четвертый курс, началка информатики. Началка информатика. Значит, эти достаточно взрослые люди не умеют программировать, и попытка научить их программировать на каком-нибудь текстовом языке программирования, не скажу, что безнадежно, но затруднена. Значит, с ними надо, как это там, надо повторять историческое развитие, с ними надо начинать то, что мы делаем в детском саду, как показал опыт Александра Георгиевича. После 3-4 занятий в пиктограммной системе программирования с понятной задачей провести робота из пункта А в пункт Б, они уже в состоянии воспринять какую-то программу, написанную на текстовом языке программирования, и даже программу, которая никого никуда не двигает, а просто что-нибудь вычисляет, например, сумму элементов массива. Это еще надо, еще математикам можно объяснить, что если у вас имеется массив, и в нем длинный палочек, то для того, чтобы выяснить, можно ли из палочек сложить многоугольник, надо найти две характеристики массива – сумму и максимальный элемент. А, так сказать, на начальном факультете этого не объяснишь, поэтому задачи там типа суммирования массива встречаются подозрительно. Позвонили после этого, позвонили в физфак и сказали, у нас выходят будущие учителя физики, и они не умеют суммировать массив. Нам стыдно. Давайте мы что-нибудь сделаем. Мы, соответственно, посмотрев на эту ситуацию, предложили выравнивающий курс программирования для матфака и физфака МПГУ. У нас был опыт. Мы работали, я в прошлом году, год назад про это рассказывал, я работал очно-заочно с учителями города Сургута и с помощью практикумов Полякова в системе Кумир научил какое-то количество из них программировать. Итак, текущий уровень освоения программирования выпусками школ РФ слабоват, если политически корректно, а не политически корректно, никуда не годится. Теоретически имеется обязаловка, основная школа, там 105 часов, нам сегодня про это рассказали. Из этих 105 часов по примерной программе, по уму и по сердцу, 35 часов надо отдать на программирование. Они не отдаются, и дети ничему не научаются. На Мехмате МГУ нету экзамена по информатике. Мехмат МГУ, не последний факультет, приходят студенты, вы берете произвольную группу 25 человек и обнаруживаете, что 3-6 человек честно в анкете пишут, что они в своей жизни на компьютере не отладили ни одной программы, а когда вы от философского вопроса, там, что вы там делали, даете им на 15 минут задание написать максимальный элемент массива на любом языке программирования или просто на русском языке, то более половины не пишут вообще ничего разумного. Вот такая вот картина. Ну, если пойти в МПГУ и посмотреть, кто там приходит, то написать линейную программу, которая робота переводит из пункта А в пункт Б, это задача выполнимая, но очень творческая. Значит, с этим что-то надо делать. Есть философский вопрос. Должны ли выпускники средней школы РФ хоть немного уметь программировать? Но в духе времени философские вопросы не приветствуются. Обратимся к нормативным документам. А нормативные документы говорят, да, наши выпускники должны уметь программировать. Вот извлечение из примерной основной обязательной программы, которая есть дополнение к федеральному стандарту. И там написано, что надо знать про исполнителей, про состояние, про алгоритм и знать, уметь что-то делать, написать какие-то конкретные программы. Более того, если отойти от исполнителей и вернуться на родную почву вычислительной какой-то деятельности, то, значит, окончившие основную школу должны уметь решать на каком-нибудь языке программирования следующие задачи обработки данных, нахождение минимального, максимального числа из двух и так далее. То есть вопросов нет, нормативные документы требуют от нас, чтобы мы детей этому научили, но мы не учим. Если немножко выйти за пределы обязаловки, то имеется
ЕГЭ по информатике, если студент, если школьник, выпускник собирается его сдавать, то он должен уметь решать по программированию довольно сложные задачи. Это федеральный документ, это комплект документов государственного, единого государственного экзамена по информатике, там есть кодификатор, и там на странице, на полутора страницах перечислены алгоритмические задачи, которые школьник должен уметь решать. Ну вот в конце там даже какой-то подход к сортировке слиянием имеется. Обычная сортировка имеется какая-то. Выполнимы ли эти вот требования нормативных документов? То есть можем ли мы научить не как творческие задачи решать, а как регулярно, просто увидел задачу, тебя научили, ты решил. Почему наши буки до сих пор летают? Потому что в СССР четверть выпускников средней школы умела решать квадратные уравнения, даже если их разбудит ночью. И вот эти люди потом шли дальше, не все они занимались оборонкой, но те, которые занимались, вот это умели. Соответственно, можно ли вот эти требования нормативных документов сейчас выполнить за 35 часов? Ответ – можно, но для этого нужны определенные условия. Программирование можно освоить в том минимальном объеме, о котором тут я здесь говорил, который вытекает явно и неявно из нормативных документов за 35 часов. Но это не происходит сейчас. Причина ноль. Нет политической воли ни в обществе в целом, ни в образовательном сообществе. Это вопрос, почему это происходит, это другой вопрос. Дальше. Учителя сами не умеют программировать. Это вполне понятное объяснение. Учителя не умеют эффективно учить программировать, а они не могут эффективно уметь программировать, потому что у них нет ни программных средств, ни методических инструментов. И если им это дать, то эти самые учителя, этих самых детей, потратив 35 часов, научат программировать. Нужно ли это делать? Вопрос не ко мне, вопрос к нормативным документам. Федеральные документы говорят, что нужно научить. Я тоже разделяю эту точку зрения. Давайте посмотрим, как это можно было бы сделать. Для интенсивного освоения элементов программирования учениками 7-9 классов достаточно выполнения трех условий. Политическая воля должна быть. Политическая воля состоит в том, что кто-то должен потребовать, что то, что написано в федеральных документах, надо выполнить. Это называется политическая воля. Enforcement. Второе. Обеспечение доступа школьников на школьных, по возможности наличных компьютеров, к системе программирования на одном из освоенных в России языков, ну, которые нам вот Ройберг перечислял, собственно говоря. Это выполнено всюду сейчас. Это сейчас не проблема. В любой школе имеется компьютерный класс, у любого ребенка в его подъезде или в его деревне с разницей в один дом имеется компьютер, на котором можно было бы сделать домашние задания. И третье и последнее, это для выработки, для заданного языка системы программирования нужен комплект мини-практикумов, потому что научиться раскрывать скобки, расставлять запятые в предложениях русского языка, научиться, как там говорят, смысловому чтению и чему-то подобному, можно только путем упражнений. Чтением параграфа учебника этого не добиться. Значит, нужен комплект практикумов, который позволяет это делать. Не все сидящие здесь отдают себе отчет в том, что про поводу школьного образования, естественно, технического, имеются две новости. Одна новость хорошая. Проверка правильности выполнения школьникам заданий по алгебре и элементарной геометрии, а также и по русскому языку, является алгоритмически разрешимой. Автоматическая система может проверить правильность раскрытия скобок или правильность решения задачи на построение. Плохая новость. По информатике это не работает. Есть теорема высокая о том, что эта задача алгоритмически неразрешима. А если спуститься от высокой теоремы, то даже такой высококвалифицированный преподаватель, как я, при любом выходе в дисплейный класс, раз в три урока попадаю в состояние, когда я смотрю на простую программу и могу сообразить, чего она делает. Потом дома меня осеняет, какой же я был идиот, как же я не увидел. Но это вот реальность. Это должно как-то по-другому. Нельзя перегрузить учителя проверкой вот этих алгоритмически неразрешимых задач. Значит, нам надо к этим задачам сделать практикумы. Эти практикумы должны быть с автоматизированной проверкой. Ее можно называть офлайн, в том смысле, что не нужен доступ к интернету или к какому-то далекому серверу для того, чтобы выполненное ребенком задание было проверено. Оно должно быть проверено, он должен иметь возможность это проверить здесь и сейчас, ну и потом, соответственно, сдать. Это можно сделать в любой системе программирования. Надо сесть задом на стул и написать какой-то комплект этих практикумов под e-judge. Это можно сделать. Вот Александр Георгиевич такого рода работы делает на Мехмате. Это вполне невыполнимо. Это не делается, потому что задача не ставится, нет политической воли.
Более эффективный вариант с точки зрения затрат времени – это взять систему программирования Кумир и встроенные в эту систему практикумы. Пример практикум в Кумире – это задание, в которых студенту дается шаблон программы. В видимой части этого шаблона программы имеется текст на языке, а в невидимой части этого шаблона имеется проверяющая программа. Пример одной такой программы, собственно говоря, можно найти. Пример одной такой программы можно найти вот в этом материале. Это там 30 строк, которые проверяют, прошел ли робот по лабиринту в нужное место и закрасил ли он нужное количество клеток. Имеется порочный круг. Учителя не умеют программировать. Дети не научаются программировать, приходят в педагогический вуз, и там не в состоянии освоить те курсы, которые должны были бы их научить программировать и так далее. Чтобы этот порочный круг разорвать, мы собираемся в этом году прочитать выравнивающий курс, и что же мы будем выравнивать. Сначала нам придется выравнивать уровни дошкольные и начальные. Мы это будем делать с помощью примитивной пиктограммной системы программирования Кумир. Дошкольный уровень 1, виртуальные и реальные роботы, принцип программного управления без обратной связи, способы составления программ. Под программы и повторители. Хошь в текстах программируй, хошь в пиктограммах, хошь в блок-схемах. Есть такое явление, как повторитель, есть такое явление, как подпрограмма, и это можно освоить на дошкольном уровне. Дошкольный уровень 2, обратная связь, конструкция ветвления и повторения. Опять-таки, диалог, который проходит у человека с роботом, который идет и должен дойти до стены, он, так сказать, один и тот же, он универсальный, он не зависит от языка программирования, от способа записи. Это тоже можно пройти. И, наконец, дошкольный уровень 3. Если мы хотим дойти до стены и вернуться в прежнюю позицию, мы должны пройти посчитать, то есть управление сочетается с вычислениями, и это все нужно сделать вот в таком выравнивающем курсе. Если вы это пропустите, это как пропустить раскрывание скобок и сокращение дробей и сразу начать учить анализ, ничего не выйдет. Начальная школа 1, отдельная задача, переход от пиктограммного программирования к текстовому. Начальная школа 2, декартовая система координат на плоскости, реальные виртуальные чертежники. А после этого идет уже стандартная, на это нужно потратить 4-5 недель из 14-недельного семестра. И после этого можно взять кумир-практикумы, мы собираемся это делать, для простейших задач, и взять кумир-практикумы для решения более сложных задач, которые есть в ЕГЭ. И мы намерены в конкретном МПГУ за семестровый курс научить 80% первокурсников устойчиво решать 80% задач по программированию, которые есть вот в этом тексте или которые вы можете посмотреть в нормативном документе. И мы уверены, что это у нас получится. Хотя Александр Георгиевич Леонов, который вместе со мной этот курс, параллельно мы будем этот курс читать на двух факультетах, считает, что у нас имеются большие проблемы, потому что нынешние выпускники средней школы не способны к многоминутным усилиям в одном направлении, а программирование таких усилий требует. Спасибо. Спасибо большое. Дошкольный один это какой возраст? Это подготовительная группа детского сада. Это когда по Пиаже они уже понимают инвариантность количества предметов, что количество предметов не меняется при перестановках. Скажем, возраст 5, еще этого нет, и там надо по-другому учить. Скажите, пожалуйста, а не зная программирования, какую оценку по информатике, по ЕГЭ можно получить? Вообще не знаю. Вот не умея программировать. Давайте я отвечу на свой класс, да. Только тройку? Больше я не получу, не умею программировать. Думаю, что да. Просто какой процент баллов именно чисто программирование? У нас очень мало времени. Так, пожалуйста. Вопрос, значит, из того, что вы перечислили, то это, если я правильно понял, такая подготовка скорее к такому программированию спортивному. Вот еджач там и так далее. Это вот такое алгоритмирование. Реально требуется же промышленное программирование. Да? Суммирование массива вас и знакомство с джаджем вас не приближает к спортивному программированию. Люди, которые прошли вот такую подготовку, когда они потом попадают в такие вот проекты, которые делаются коллективами, видно, что им достаточно дискомфортно, то, что им нужно писать понятные программы, вот требования к коду с некоторой политикой, да? Вот, и взаимодействие с другими членами команды. Вот в этом направлении что-то вы хотите сделать? Потому что если человек много лет вот так вот учился, для себя какие-то приемы сделал, пишет совершенно нечитаемый код, то потом, значит, у него будут сложности вот,
Какие у него сложности будут? Какие у него будут сложности? Где у него будут сложности? Это, я вообще не понимаю, о чем? О чем разговор? Что это за программисты, которые нужны в промышленное программирование? Там, не знаю. Мне они, близко не нужны. Я их, допустим, выстрел к себе не подпущу, твоих промышленных программистов. Но, тем не менее, приходится их использовать. Пусть они едут все в Индию, вот себе на лбу нарисуют и вот там работают. Но без них же нельзя писать. Можно, нужно. Можно и нужно. Можно и нужно, потому что это дешевка. Понимаешь? Это дешевка. Ну, хорошо, нужны всякие программисты. Подождите, я воспользуюсь правом. Брат мне задал вопрос, я на него отвечу. Вы не поняли суть этой истории. Приходят школьники на математический факультет МПГУ. Им читают курс информатики, сначала простой, потом сложный. Им читают олимпиадные задачи по программированию. Им читают курс решения задач ЕГЭ по программированию. И это все читают детям, которые пришли, не умея написать алгоритм суммирования массива. И кончают, прослушав все эти курсы, они кончают, не умея писать алгоритм суммирования массива. И с этим чего-то надо делать. Вот а, нет, понятно, об этом идет речь. Вот вы с Смирновым учились на математическом факультете МГПИ имени Ленина, не имени Семенова. Про Семенова отдельно могу сказать. А мы учились, ну и что? И что, и чему мы там научились? А потом стали программистами. Почему? Потому что мы там математикой учились. Потому что когда мы там учились, там была очень неплохая математика, если постараться. Можно было с Райковым пообщаться, да, как бы. Ну, это был как бы не мехмат, но тем не менее там было гораздо меньшее количество, но очень серьезных математиков. А потом, как бы вот вначале Леша пошел заниматься программированием, а потом я пошел заниматься программированием. Вынужден был, нет хорошей жизни. Вот. И ничего, я же рассказывал про азы, про минимум-минимору. Да, который... да, но, может быть, учитывать при этом, что будет потом. Потому что, что будет потом? Хирурга надо научить делать разрез, а потом его зашить. И если он не умеет зашить то, что он разрезал, то он не будет хирургом. Какие курсы его не читай, на какие лекции он не будет ходить. Нет, какие... Это понятно, но может быть другие аспекты. Все, Андрей. Спасибо большое. Я все-таки действительно, нужно определиться с целеполаганием, что мы хотим. Потому что я вот слышу про это, я когда слышу про промышленное программирование, может, я неправильное слово понимаю, но у меня рука куда-то тянется к пистолету, да? Вот, да, потому что это какой-то бред. Зачем они нам нужны? Купите их в Индии, пожалуйста. Они там на деревьях растут. А нам они не нужны. Не нужны. Мне они не нужны. Ну, это спорный вопрос. Нет, это бесспорно для меня. Для вас, конечно.